вдогонку еще одно видео. Комментарии почитал, сомнения, ну, там пара человек выразили по поводу, смогу ли я нарезать резьбу вот с этим вот своим колхозным поводком, хомутом. Ну, давайте попробую, потому что мне резьбу все равно резать. Ничего здесь не менял, как видите, все осталось как было. Резьба, в общем, диаметр здесь 11 мм с небольшим плюсом. Чтобы ничего не протачивать, резать буду резьбу 7/16 дюйма. Она как раз, у нее диаметр 11 мм. Резать буду 20 ниток. При пересчете в миллиметры это 1,27, по-моему, шаг. Ну, то есть высота профиля небольшая. Резать, разумеется, буду не за один проход, несколько проходов. Ну, смотрим, смотрим, что получится. Станок настроил, обороты. Обороты 400. Резец. О, как. Резец ВК-8, блин. Ну, ладно, я думаю, что справится. Ну, так получилось, что заточенный из отрезного. Первый проход я, как всегда, делаю контрольную риску, потому что ошибиться тоже можно, и чтобы потом не удивляться. Да, соответствует. И шаг на месте. Полмиллиметра первый проход возьму. Еще полмиллиметра. Тем же Нониусом. Высота профиля этой резьбы 0,738. С 11 до 9,5 я могу врезаться. И у меня, смотрите, еще какое преимущество. У меня есть лажка. То есть я там скрупулезно не буду профиль этот ловить. Я потом, ну, допустим, визуально пару десяток, десятку оставлю и просто прокалибрую эту резьбу плашкой. Я часто так поступаю, когда нет ответной детали. Итак, я прорезал высоту профиля, получается 1, вот так, 0,07, ну, то есть, иначе говоря, 1,4 мм на диаметр. Вот сейчас завершающий проход, и попробую прокалибровать эту резьбу существующей плашкой. Но профиль еще маленечко поднимается, поэтому я сейчас напильником пройдусь. А потом уже прокалибрую плашкой.
Вот здесь уже выворачивает. Все-таки наружу диаметр нужно было проточить. Маленько минусом, потому что видели, Лерка прорезала профиль еще. Ну а так, в принципе, резьба чистая. Все, работа с этим якорем завершена. Главное не грубить и не торопиться.